Всем привет, с вами Денчик Топчик, и сегодня я всего лишь хотел показать, какая Джеки имба на карте с коттеджками. Получается, вот сейчас карта проход. Блин. Да ё-моё. Вот, получается, проход. И тут есть коктейльчики. Энергетические, получается. И, в общем, я хотел бы показать, как можно выигрывать очень легко за Джеки, да. Получается, вот это вроде бы вот это... сейчас. Вот это... Нет, не вот это. Вот это данный бой, получается, 5 минут назад было. И я его хотел показать. Получается, заходим. Это я, получается. Получается, я тогда играл без записи, но у меня не так лагало. Сейчас у меня немного подлагивает, когда я сейчас записываю. Ну вот. Ладно, вот, в общем, я беру, собираю банки, уворачиваюсь у Симбита, Дэрио там чуть не убивают. И на этой карте почему-то вот много кто играет за тиков. Получается, сейчас моего тиммейта вроде как убили, но тут не показывает. И получается, или нет, показывает. Ну, короче, я не помню. В общем, сейчас меня зажмут два тика, а Дэрио, да, вроде бы... Получается, он сейчас возродится, но меня здесь убьют эти два тика, они просто с двух сторон закидывали. Сейчас переключимся на Дэрила, ну, из моей команды. Да блин. Где он? Вот он, короче, здесь. Он, получается, я хотел сказать, что тут происходило, но я-то возродился. Он, получается, отсюда по водичке просто покатился. А я, получается, остался... Вот, было автоматически так легче. А я, получается, здесь остался. Получается, у них тут, я не знаю, что происходило, но, в общем, у них, оказывается, тут замесы какие-то были. Вот, я, получается, спрятался туда. Дэрио сейчас убьют вроде как. Вот они здесь в кустах прячутся, вот эта команда с Фрэнком. Получается, Пенни пошла вон в раш. Я пока что сижу просто в кустах. У них тут замес идет. Дэрио тоже вот сейчас пока что стоит. Я не знаю, зачем он учил, но, наверное, он по тати какой-то. Вот у Фрэнка уже 20 банок, он по коктейлям убил этого тика. А сейчас я вам покажу, как можно выиграть. Мы сначала зажимаем Пенни, ну, я через этот... Дэрио катнулся, мы ее вдвоем забили. И у меня есть ульта, смотрите. Фрэнк берет, хочет собрать. Я его притягиваю, Дэрио собирает коктейль, мы занимаем первое место. Вот так вот можно играть за Джеки. То есть, получается, просто берешь, пока кто-то... Ждет, пока коктейльчик спавнится, просто берешь и ультуешь, перетягиваешь. Ну, в общем, как-то так. Ну, в общем, все, что я хотел показать. Ну, всем пока.